Если вам нравятся классные стратегии, то вы точно получите огромное удовольствие от легендарных викингов, которые теперь доступны и на обычном компьютере. Играйте с тысячами игроков по всему миру, постройте великий город и завладейте сокровищами Севера. Ссылку на игру я оставлю в описании под видео. Всем привет, с вами Чарли. Сегодня я бы хотела рассказать вам последние новости со съемочной площадки 7-го сезона «Игры престолов». Дальше будет немало спойлеров, так что если вы ничего не хотите знать о новом сезоне, немедленно выключите это видео. Итак, поехали! Самая волнующая новость за последние недели – это долгожданное воссоединение со времен первого сезона. Очень похоже, что в 7-м сезоне «Игры престолов» Арья Старк наконец встретится со своей лютоволчицей Немерией, которую ей пришлось прогнать после инцидента с Джоффри. В Калгари, Канада, закончились съемки с участием волков на зеленом экране, которых потом увеличат с помощью спецэффектов до размеров лютоволков. Но что интереснее всего, там же присутствовала актриса Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арии Старк. Многочисленные фанаты фотографировались с ней на улицах города, да и сама актриса в своем инстаграме не скрывала, что находится в Калгари. В то же время Instinct Animals for Film, компания, предоставляющая натренированных волков для съемок в фильмах и сериалах, разместила в своем инстаграме фото двух волков с описанием «Готовы к работе». Один из волков по кличке Куигли исполняет в сериале 2015 года роль призрака лютоволка Джона Сноу. Второй волк зрителям не знаком, но, учитывая хэштег «Зима близко», животное явно снималось в тех же сценах, что и призрак. Леди убили еще в первом сезоне, Серого ветра в третьем, Лето и лохматого песика в шестом. Из шести лютоволков, найденных Робом Старком и Джоном Сноу, в живых остались только призрак и Немерия. Новый волк на съемках выглядит как идеальная замена собаке, которая сыграла роль Немерии в первом сезоне. Так что ждем воссоединения Арии и Немерии в новом сезоне. Теперь давайте перейдем к очередным утечкам со съемочной площадки 7-го сезона. Видят боги, старые и новые, создатели сериала совсем не могут держать в тайне сюжет нового сезона. Сначала в сеть слили подробный сценарий, теперь еще весьма любопытный концепт-арт из финальной серии. Для тех, кто не знает, что такое концепт-арт или концепт-дизайн, объясняю. Это направление в искусстве, предназначенное для того, чтобы визуально передать идею произведения, но не форму или внешние атрибуты. Как правило, создается на начальной стадии разработки проекта и предназначается для использования в фильмах, компьютерных играх, комиксах до создания финальной версии. То есть финальная версия кадра, которая в итоге попадет в фильм или сериал, может внешне немного отличаться, но общая идея останется прежней. Что же мы видим на концепт-дизайне финала 7-го сезона? Руины драконьего логова в Королевской гавани и возле входа в него Тириона Ланнистера, Брона, ланнистерского гвардейца и, скорее всего, Джона Сноу, стоящего к нам спиной. Подтверждение того, что локация – это именно драконье логово, выступает надпись в правом нижнем углу концепт-дизайна. Драконье логово – это огромное, закопченное и частично обвалившееся здание на холме Рейнис в Королевской гавани. В прошлом, когда огнедышащие драконы Таргаринов еще не вымерли, их держали именно в этом здании. В новом сезоне, согласно слитому сценарию, а теперь еще благодаря вот этому арту, многие ключевые персонажи соберутся в руинах драконьего логова, чтобы обсудить будущее Вестероса. На встрече будут присутствовать не только Тирион, Джон и Брон, но и Дейнерис, Серсея, Джейми и многие другие. И, наконец, несколько соображений по поводу премьеры сезона. В конце января программный президент HBO Кейси Блойс сообщил, что они ориентируются на середину летнего сезона. Обычно крупные премьеры на HBO следуют друг за другом без перерывов. Так, сериал «Оставленные», еще один проект HBO, завершится в первую половину июня, в зависимости от того, решат ли они в мае сделать традиционный перерыв по случаю Дня памяти. Таким образом, самая ранняя дата выхода 7-го сезона «Игры престолов» – это 11 или 18 июня.
Между завершением съемок и выходом первой серии раньше проходило около 4 месяцев. На данный момент съемки еще не завершены, а на постобработку нужно будет даже больше времени, чем обычно. Что касается трейлеров, то в прошлом году первый трейлер вышел за 2 месяца до премьеры. И мы знаем, что по мнению источников EW, середина марта, когда продюсеры побывают на одном из крупных американских фестивалей, это слишком рано для трейлера. Следовательно, первый трейлер можно ждать примерно в конце апреля-начале мая, а премьеру нового сезона не раньше конца июня, а скорее всего и того позже. Вот такие вот дела, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и вступать в группу ВКонтакте. Пока-пока!